Так, ну все, сегодня 25 февраля, крайний день рыбалки, рыбы нет, ну как бы и не было ее. Здесь на донышке пищевика, это ни о чем вообще в день ловить так. На Ваге здесь, на Северной, тоже это самая какая-то мелкая была, и вообще, ну, считай, не было ее. Так вот, все, набрали морской воды с собой, амурчане повезут лечить от коронавируса. Палатка вот собрана, туалет с собой заберем, вот дожариваем вчерашние шашлыки, перед уездом сейчас в дорогу, перед уездом покушаем и поедем. Сегодня народу вообще мало, чем вчера. Заезжали на бухту Ергановск. Там тоже машины около 15-20. Поехали, где корюшку продают на точке, там возле автовокзала. В продаже ничего нету, хотели домой купить. Набрали там еще телефон. Позвонили, тоже корешки нету. Ну или будет только к вечеру, когда человек с рыбалки придет. Да, и есть еще будет, не знаю. Так что в этом году, 22-й год, то была перед нами рыбалка аномальная, все ловили хорошо. Мы обрадовались, ехали. Приехали, а здесь такое. Как бы ничего, плохой результат тоже результат. Это как всегда на рыбалке, не знаешь, когда будет эта рыба. Ну все, сегодня покидаем это место до дома. Наверное, в дороге еще переночуем где-нибудь, потому что выезжать будем сколько? Час дня, ну, в два или в полтретьего где-то будем выезжать. Все. Ну, дрова, наверное, мы забирать не будем. Здесь вон народу тоже вон с палатками, с печками присутствует.